Там, куда не дотянулись руки коммунальщиков, благоустройством занялись дети и просто неравнодушные наринмарцы. Двор дома номер 8 по улице 60 лет СССР на глазах становится уютнее и краше. Благодаря давней дружбе жильца этого дома, ветерана Великой Отечественной войны Василия Самойлова с учениками 4-й школы. На этот раз школьники решили установить у подъезда ветерана забор. Соорудить недетскую конструкцию ребятам, конечно, помогли. Все хлопоты по поиску материалов, сварке и доставке взял на себя неравнодушный индивидуальный предприниматель Денис Чебыкин. К установке забора привлекли и окружного депутата Валерия Стопчука. Все вместе, затратив чуть более часа, забор поставили на его законное место рядом со скамейкой, которую ребята установили еще в мае, когда увидели, что Василий Петрович сидит у подъезда на стульчике. Мы ее сами красили, сделали в школе с учителем технологии. Красили девочки, мальчики все. Все работали. Дети после того, как установили скамейку, у них такое было воодушевление, даже после того, как они убрали просто мусор. Им действительно захотелось, они сделали полезное дело, им захотелось еще что-то сделать такое, чтобы это время было потрачено не зря. Главное, что хлопоты по благоустройству стали приятными и для детей, и для виновников всех преобразований. Когда облагораживается что-нибудь, то очень хорошо. И главное, что облагораживают ребята. 8-й класс 4-й школы. Это еще вдвойне приятнее. Останавливаться на этом ребята не собираются. В планах высадить во дворе Василия Петровича саженцы деревьев. Озеленение запланировали на осень. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».